てでバて はsではや «Черемат Бхагаватам», четвертая песня, двадцать пятая глава, описание качеств» царя Пуранжины», текст пятый. Это следующий текст, который мы читали вчера. Здесь был вопрос на Радамуни. Чего хочет достичь царь, занимаясь кармической деятельностью? И теперь царь отвечает, пятый текст. <coughs> <coughs> Раджавача, Наджанами Махабхага, Парам Кармапа Витхати, Рухиме Вималам я Яна Я Кармабхи. Раджавача. Раджавача, царь ответил, на, не, не. Джанами. джанами, я знаю, Махабхага, о великая душа, парам, трансцендентная, карма, кармической деятельностью, апавитха, пронзенный, дхи, мой разум, брухи, пожалуйста, расскажи, ме, мне, вималам, безупречная. Я нам знание Ена – с помощью которого мучея я смогу освободиться. Кармабхи из плена кармической деятельности. Перевод текста. Царь ответил, о великая душа народа. Мой разум запутался в сетях кармической деятельности. Поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности. Запутанность а в сознании Кришны имеется в виду. Запутанность в сознании Кришны царь Прачина Шат, Он сознающий Кришну человек. Но как же он запутался в кармической деятельности? Так же, как Арджуна, он обладает полным сознанием Кришны, но тоже в какой-то момент он казался запутанным и не мог принять решение должного. И все обращаются в этом случае к чистым, преданным либо к самому Господу Кришне. В чем же эта запутанность? В чем же эта иллюзия? В том, что люди, верующие в Бога, они могут искать его в кармической деятельности. В этом случае их процесс кажется авторитетным. Это тоже Кришна. Например, Кришна послала Круру в Хастинапур. Узнать, как там обстоят дела у Пандовов. И в то же время Акрур поговорил с Дритараштрой, пытаясь убедить его не противостоять Пандовам, не вредить им. Не совершать такие поступки двойственные, коварные. Дритараштра сказал, то, что я делаю, это тоже по воле Бога. Вот в чем была запутанность. Вот это же тоже воля Бога. Итак, можно найти эту запутанность в карме, в гьяне, в йоге. Если мы хотим распутать вот эту вот сложную картину сознания Кришны, вот смешанную да, с различными процессами материальными, необходимо обратиться к чистому преданному служению, снова туда. То, о чем вот. брама, брама получает знания от господа в вот, чату шлоки что все что непосредственно брама не связано со мной Кришна говорит это все иллюзия непосредственно не через карму не через гьяну, не через йогу а непосредственно сакшат таритвина сама это непосредственно присутствие бога должно быть это называется чистое преданное служение так же, как говорится, что горшок из-под вина, вы вином не отмоете, нужна чистая вода. Тогда речь идет о почищении. Если же мы ищем решение проблем кармических при помощи кармической деятельности, это не решение проблем. Это иллюзия решения проблемы. Устраняя одну проблему, собственно говоря, но вы создаете новые проблемы, даже не замечая этого. Вы думаете, что это прогресс, решение вот этих всех проблем таким путем как эта собака бегает за своим хвостом. Таким образом. Это и есть иллюзия, которая здесь упоминается в предыдущем тексте. Теперь царь просит, обращается к нему, он видит Маха перед ним великая душа. Это образование. Если у нас есть образование, собственно, к этому сводится, что мы сможем увидеть великую душу, распознать ее. И это спасение для нас. Итак, царь ответил еще раз текст у великая душа народа, мой разум запутался в сетях кармической деятельности. Поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности. Комментарий, в одной из песен Ши Наратам Дастакур есть такие слова. "Садсанга чадика асате виласа те нагилае карма банда панса. Пока живое существо находится в сетях кармической деятельности, оно вынуждено менять одно материальное тело за другим. Это и называется карма банта панса путы кармической деятельности. Занимаемся мы благочестивой деятельностью или греховной, не имеет значения. И в том и в другом случае нам придется получать все новые и новые материальные тела. Человеку, совершившему, совершавшему благочестивые поступки, представляется возможность родиться в богатой семье, получить хорошее образование, иметь красивую внешность. Но это еще не значит, что он полностью избавился от страданий. В западных странах много людей, родившихся в знатных, богатых семьях, получивших хорошее образование и имеющих красивую внешность. Но это не значит, что жители Запада не ведают горя. Современные молодые люди в западных странах образованы, красивые, богатые, и хотя у них достаточно еды, одежды есть, все возможности для чувственных наслаждений, эти юноши и девушки несчастливы. Это трудно распознать, потом пропадает в комментарии говорит, трудно распознать несчастье в материально успешном человеке. Это не представляется возможным для людей социального уровня ниже. Им кажется, они убеждены, что эти люди счастливы, у них много денег, они красивые, они не могущественные, они много что имеют. Вот оно счастье. А что же еще? Мы другого не видим. Вот к чему нужно стремиться. Они подражают им, хотя бы внешне, или слушают их наставления, нравоучения, как стать богатым, как стать успешным. Бизнес-тренинги различные. Они приходят туда, к этим успешным людям. Надеюсь, что станут такими же. Успешными и богатыми. Это иллюзия. Здесь еще говорит, они не живут счастливы, эти люди. Это такой момент очень сложный для буквального понимания. Ну да, у них могут быть, конечно, там свои несчастья, но все-таки это уровень счастья, мы думаем. Все равно мы можем настаивать на этом. Так, иллюзия, она убеждает нас. Это говорится в Писании, что есть несколько людей в мире, успешных, материально, очень продвинутых материально, которые страдают от бессмыслицы своего существования, от пустоты жизни. Но те, кто смотрит на них снизу, не знают об этом, подражая им хотя достичь того же уровня, к этой пустоте прийти. Это, это, Пример приводил Арданат Махарадж однажды, что говорит, в Бомбее и целые районы богатых людей, очень богатых людей, Бомбей богатый город. Mm. И говорит, какая самая там распространенная философия среди них? Вы, говорит, не поверите, философия пустоты буддизм, которая основана на разочаровании. Меньше всего лишь на разочаровании материальной жизни. Это философия самых богатых людей. Это философия самых больших ученых. Также. Они приходят через кванту и физику и прочие вот эти вещи к философии пустоты. Просто пустоты. Бессмысленного бытия они приходят. Я вспоминаю из истории царь Сарданапал. Это история средневековья. Нет, позапрошлого столетия Европы. Примерно так. Это эпоха, поздняя эпоха возрождения. Поздняя эпоха возрождения. Царь Сарда напал, Турция. Я помню это, потому что изучал историю искусств. И есть картина Дилла Круа, который изобразил эту сцену. Тогда не было, ну, понятно, интернета, телевидения или фотографии такой. Качественной, ну, в, те, в те годы еще не было фотографии, да, не было. И художники изображали исторические сцены, там диорамы, портреты великих людей. Все это вот держалось на зрительном таком искусстве. И все это изображалось, то, что потрясало, скажем, людей в социальном мире, и также изображали художники. Он изобразил эту сцену «Смерть Сардонапала», называется картина. Так и называется. Это гарем очень богатого, влиятельного, могущественного шаха. Роскошная жизнь беспредельные богатства, целый гарем женщин, каких он хочет, пожалуйста. И что же он сделал в конечном итоге, что потрясло Европу? Он сжег себя вместе с этим горем, со всеми женами. Сам себя сжег, сжег заживо. Почему? Он объяснил. Не мог найти смысла в этом во всем. Знаете, какая сильная проблема – Оказывается, вот этот момент смысла жизни ожидает нас как самая серьезная проблема в жизни. Просто мы отодвигаем. Вот стану богатым, а там видно будет. Стану таким, а там видно будет. А потом разберусь. А вот нас ожидает, если мы идем таким путем кармической деятельности, ожидает очень тонкие внутренние страдания у людей. Сегодня известно, что с материальным как бы, вот, уровнем жизни, который повышается в принципе как-то, Возрастают степень психических заболеваний, отклонений, становится уже нормой обычным явлением, что каждый человек пребывает хотя бы в легкой депрессии, в легком несчастье. Это нормальное, обычное состояние. Очень трудно найти просто позитивных людей, которые радостны по жизни, всегда радостны по жизни. Может быть, даже это стало модным, немножко быть проблематичным, ходить с проблемами, обсуждать проблемы. Это становится уже культурой, понимаете? Хотя с точки зрения юридической культуры это не культурно. Приходя в общество, говорить постоянно о каких-то проблемах. Говорить о чем-то позитивном, радостном. Делитесь с сокровенным, говорится. Но, но они делятся. проблемой считают, это и сокровенный обмен. <клес> у тебя проблема, у меня проблема. О, мы понимаем друг друга. Если ты не принимаешь мою проблему, то ты какой мне друг? То есть на этом все основано. Ты должен разделить со мной проблему. Ну, а счастье, я сам разделю с собой. А с проблемой иду к другу. Или в общество людей. Обычно гуру все приходят с проблемами. Хотя на самом деле ученик должен порадовать духовного учителя вообще-то. Придя к нему. Но. Мы говорили, сегодня другая культура, сегодня нужно Гуру должен решать проблемы это для него. Это, в принципе, не ошибка. Конечно, проблемы кто-то должен помочь решать это, правильно. Но мы говорим, понимаете, в каком разрезе, да? Итак, не значит, что жители Запада не ведают горе. Современные молодые люди в западных странах образованные, красивые, богатые, хотя у них. Достаточно еды, одежды, и есть все возможности для чувственных наслаждений. Эти юноши и девушки несчастливы. Разочаровавшись во всем, они становятся хиппи. И законы природы заставляют их влачить жалкое существование. Чтобы стать хиппи, нужно быть очень разочарованным человеком. Но это нужно еще решиться, стать хиппи. Знаете, стать хиппи – это вызов всему обществу. Это в отказ от, Ну, бомж фактически. В отказ от всех социальных услуг, от работы, от социальной защиты, от, даже от родственников богатых. Это, ну, нужно иметь внутреннюю силу. Это немалодушное решение, собственно говоря. Значит, разочарование должно быть неподдельным, подлинным. И став хиппи таким как бы отреченным человеком, они вынуждены влачить жалкое существование. Они ходят немытыми и полуголодными, не имеют крова и вынуждены спать на улице. Факты пропады видел собственными глазами, что происходит вот в этой среде хиппи. Таким образом, благочестивая деятельность сама по себе не может сделать нас счастливыми. Это был как результат Процветание страны. То есть страна была процветающая, экономически, очень процветающей. Были большие возможности для процветания каждому человеку. И что же было заявление, вот это хиппи, вот это глубокое разочарование. Вот это бессмыслица. Как будто злой дух входит в ум человека. Понимаете, он не может жить, с, этим, вот с этой мыслью бессмыслица, бессмыслица, бессмыслица. Зачем я живу? Кто я, зачем я живу, зачем все это, зачем все это? Все обесценивается, все обесценивается. Я разговаривал с, хиппи в свое время, общался в Санкт-Петербурге, ну, в поисках абсолютно истины, куда еще идти. Ну, чего материалисты ничего не знают. Хиппи, они более раскованные, они принимают наркотики, у них есть психоделический опыт. Они могут что-то сказать о Боге, правильно? Это было наше понимание в то время. У них что-то есть мистическое в этих людях. И а они никто не любил работать. Никто не хотел работать. Вообще. Даже в Советском Союзе. Всех заставляли работать. Это был закон. Иначе наказывали в тюрьму. Они как-то избегали этого. Они были в кочегарках, в котельных, там, в оранжереях, дворниками. Но какого-то уединения не добивались. И там марихуану принимали, обсуждали какие-то темы искусства, философии. Вот в таком духе они читали всякие мистические трактаты, занимались там сатанизмом, кастанедой, ну кто чем, черной магией или белой магией, ну это было сверх до, до сознания кришны, это вот Петербург внутри был таким. И я спрашивал некоторых из них, прямой вопрос был, почему вы не хотите ну получить образование, ну работать, ну как ну как все то есть, нормальные люди они испугались этого вопроса. По-настоящему это… И они обычно говорили так, я говорю, представь, если я представлю, что мне нужно ходить на работу всю жизнь до старости, но у меня, говорит, волнение наступает и психика расстраивается, буквально. Я не могу себе представить такую жизнь бессмысленную. У них буквально был стресс от вот этих мыслей даже. И когда я это услышал, я подумал, так у меня точно такой же стресс. Когда я потом задумаюсь, у меня та же самая реакция, у меня стресс на самом деле. Поэтому люди думают, чтобы устранить этот стресс, вот этой пожизненной повинности такой вот, бессмысленной, нужно быстрее как-то вот ловко разбогатеть и потом наконец освободиться от этой, этой повинности. И все устремляются, оказывается, все имеют этот стресс, все хиппи. Все люди хиппи, оказывается, смотрите. Менталитет имеют. Они просто боятся вот этого отречения, они не все решаются, они не все такие вот сильные, может быть, духом. Пропаду оценил, говорит, они отреклись от всего эти люди. Отреклись от всего, это не, необычные люди. Вы потомки Ариев, он сказал. Вы только от одной вещи не смогли отречься. От секса. Я вас научу, как это сделать. И вы поймете, станьте тогда свободны. Вот тогда вы станете свободными. Значит, причина кармической деятельности – это сексуальная зависимость. Это то, к чему приводит как бы вывод веды. Причина любой материальной зависимости. Яна йога или это, или аштанга йога, или кармическая деятельность, это все как бы смешано с, этими, с этой энергией. И это трудные пути. Если мы говорим карма йога, это путь ну, непростой, это нужно знать столько правил, предписаний, трудиться много нужно. Гьяна — это много отречений, это тоже нужно очень трудная практика. Целебат и прочее, это монашество фактически. И аштанга, не говоря уже, это страшная практика для людей, если раскрыть ее. Очень требует большого, большой решимости и мужества. Но Кришна объясняет Удаве в 11 песне, эти трудные пути не нужны. Почему люди хотят этих путей? Почему они привлекаются этими трудными путями? Буду вас спрашивать, почему это для тех, кто желает славы. Если они примут легкий путь, их никто не будет прославлять. Они поэтому выбирают трудный путь. Потому что именно вот через трудность, когда человек проходит, он прославленным становится. Поэтому эти пути тоже существуют, что у людей есть эта тенденция, эта вот зависимость от славы. Они, собственно, живут ради собственной славы каждый человек, говорится. Такая форма жизни. Поэтому нам нужны определенные правила и законы, как регулировать эту конкуренцию к славе, это вот стремление всеобщее к славе, к, этой вот, к этому пику, да, где может поместиться только один человек. Это регулируется законами, строгим писаний, чтобы все-таки мир в обществе людей установить, потому что каждый стремится к своей славе. И как же это устранить, эту конкуренцию, этот мир установить? Чистое знание должно быть, чистое духовное знание знания о чистом преданном служении возможно мы еще не достигли такого уровня трансцендентной чистоты но мы должны знать об этом поклоняться этому знанию в эту сторону мыслить и делать усилия вот о чем речь идет не устраивать новую конкуренцию кто чистый кто не чистый кто более чистый кто менее чистый и так далее соревнования устраивать да? кто больше кто меньше знает кто больше помнит кто меньше помнит кто и так далее нет, нужно думать о бескорыстном преданном служении, где нет никаких материальных противопоставлений в гунах материальной природы, где мы свободны от этой критики, просто любим Кришну и служим Кришне через лотосные стопы духовного учителя. Об этом поют вайшнавы, чистые вайшнавы. Таким образом, благочестивая деятельность сама по себе не может сделать нас счастливыми. Даже человек, родившийся в рубашке. Кто-то родился в рубашке? Поднимите руки, я хочу увидеть. Нет, мать не говорила. Вот есть видите, один в рубашке родился. Насколько помню, у меня какая-то рубашка тоже была. Кажется, мать не говорила, но я не уверен. Я думаю, что вы все в рубашке родились, раз в сознании Кришны. А никто руки не поднимает, странное дело. Вы несчастливы, нет? Вы не цените? Вы же все в рубашке родились. Но даже человек, родившийся в рубашке, обречен на страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями, не смертью. Поэтому совершая благочестивые или греховные поступки, нельзя стать счастливым. Подобная деятельность приводит только к тому, что живое существо еще больше запутывается в сетях материальной жизни переселяясь из одного тела в другое. Нартамда Стакур называет это карма, бандха, пансан. Есть семинар по материальной природы, очень красивый семинар Шора Махараджи, старые годы, может быть 1995, 1995 год примерно. До сих пор это впечатление прекрасное от этого семинара. И объяснял, что все начинается с, э, с брамана проблемы. Когда мы связаны преданным служением с Кришной, это отсутствие всяких проблем. Все. Не затрагиваются гунами природы, поэтому нет проблем. Это свобода. Но браман не устраняет материальное желание полностью. Браман делает странную вещь вот это осознание Брамана, неполное знание. Странная вещь происходит. Он смешивает духовное с материальным. Потому что Браман это все. И дух, и материя, все называют словом Браман. И эта материя, она не существует, то есть эти полубоги, их имена, и эти все процессы, эти виды йоги, это все едино, все смешивается таким образом. Поэтому говорится, что именно материальное желание пробуждает браман. Mm. Они говорят, что это иллюзия чувственного наслаждения, хотя больших успехов достигли в изученных чувственных наслаждениях. Видите, какое противоречие? Это вот недостаток осознания Брамана, одного лишь Брамана. Mm. И они начинают поклоняться полубогам, то есть кому угодно. Неважно кому, поклоняешься, потому что потом, в конце концов, это все отбросить нужно будет. Ты можешь Кришне поклоняться, или Шиве поклоняться, или Индре поклоняться, или Чандре. Неважно, все это едино. Mm. И затем они опускаются ниже и начинают поклоняться уже полубогам, как верховной личности Бога. Это следующее воплощение, видите, идут вниз. Не вверх, то есть материальное устройство устроено так, подобно болоту. Оно втягивает вглубь материи, майя втягивает туда, внутрь. И уйти оттуда, от этих привычек, крайне сложно. Это цепкие когти. Любая, даже дурная привычка, мы с болью расстаемся с ней. Смотрите, даже дурная привычка с ней, с болью расставаться приходится. Очень невозможная вещь. Поклоняясь полубогам, люди развивают другую страсть, большую страсть. В конце концов, значит, поклоняться сильной мира сего. Поклоняясь сильной мира сего, они в итоге начнут поклоняться могилам умерших людей и духом, и умершим предкам. То, что в Бхагавадгите написано, разновидности веры, вот, то есть все исходит от верховной личности Бога. Вера это изначально, но как она, знаете, деградирует вот в этом круговороте гун и перерождений, потому что начисто забывается прошлая жизнь, весь опыт. Не говоря о духовном опыте, когда мы были душами свободными, когда-то мы были свободными душами ничего не помним ни о прошлом воплощении, ни о сегодняшнем воплощении. Не можем понять, почему я вообще такой. Почему я не всех понимаю? Почему меня не все понимают? Почему одни поклоняются вот этому Богу, а другие поклоняются этому Богу? Я ничего не понимаю. Где у них разум? Я понимаю, что нужно поклоняться вот так жить, нужно служить великим людям, или поклоняться какому-то полубогу, или вот, вот быть в этой конфессии, но другие почему-то по-другому мыслят. Что такое? Мы не помним, как все это произошло, как мы разошлись во мнениях, в каком месте. Хотя мы вышли из одного источника в итоге. Но вот это вот время, гигантский промежуток времени, заставляет нас думать, что это практически нереально духовная жизнь. Там вот этот один источник, там вечное знание блаженства, это какая-то фантасмагория, это было, было, не было, непонятно, это что-то, оставшееся далеко в прошлом. А все, что в прошлом, очень далеко, оно и не существует. Для, для археологов не существует истории, там, старше, может быть, нескольких тысяч лет всего лишь. Уже пять тысяч лет для них не история Махабхарат, это миф. Вот и весь опыт. А всего лишь несколько рождений, все. Пусто. Карма-банда-панца. Признав это, царь Прачинабар прямо спросил у народа Муни, как ему вырваться из сетей кармической деятельности. Как же это сделать самому человеку? От любой привязанности освободиться трудно. Дурная ли она или благочестивая? Наверное, даже еще труднее освободиться от благочестивой привязанности, что и произошло в Новодвипе до прихода Господа Читания Люди были благочестивыми, учеными, гиане великими. Это был центр образования, вот это место, где мы сейчас с вами находимся. Это была столица образования мира 500 с лишним лет назад. Самые великие ученые здесь жили. До сих пор Майопур предназначен для научной работы, также это место подходит. Здесь Бакитанта институт, тут хорошо развивать такие центры образовательные, очень здорово. В Гриндауне там немножко другое настроение. Там вся философия сводится к тому, что нужно просто слушать об игре Кришны и все. <laughs> все ну, отдаляется человек от этой гьяны. А здесь это хорошо. И люди, они соревновались в благочестии и в знании. Они забыли о смысле знания. Для чего предназначено знание? Кришна <laughs> говорит, я... Сосредитель Веданта, Веданта вид, Веданта вид, веда эва то есть я состоитель веданты, и цель знания, цель веданты, и знания, и цель познания, говорит, это я, но они получают знания, но о цели знания забывают о Кришне, потому что это становится их престижем, славой, и ради этого они развивают знания, благочестие, ради собственной славы. И прослыть великим ученым, они начинают состязаться, кто тут дигвиджай, большие тюрбаны носят, что он победитель философии, большой знаток. Господь Читания сражался, помните, с Дигаджаем Кеши в Кашмире, который специально пришел, чтобы завоевать большую славу, победить вот на Вадвипу, ученых. На Они испугались его, потому что у него была феноменальная память, он мог стихи спонтанно слагать на санскрите со скоростью ветра. Феномен. Все испугались на Вадвипе ученые, его присутствие. Он точно всех сейчас здесь ну, опозорит просто наше, наше, знание. Мы никто перед ним. А они выставили немая 12-летнего. Это если победит ребенка, ну, это не испортит нашу славу. Но если ребенок победит его, что будет подумать о нас, о старших? Вот их планы были, все, что они думали. Я эту историю не буду дальше рассказывать, но суть в чем? Что это было благочестивое состязание ради славы. И Обычно люди занимающиеся кармической деятельностью благочестивые, конечно же, Они, их цель была жизни выдать дочь замуж. Почему? Сыграть такую свадьбу, которой не было ни у кого раньше. Вот так выдать свою дочь замуж, чтобы все видели, да, что вот такой свадьбы не было и не будет никогда больше после этого. Огромные богатства для этого копили, но сегодня тоже есть такая тенденция копить большие деньги, чтобы потом такую свадьбу сыграть. через полгода разводятся, то есть такой, ну, такие казусы, да случаются сегодня. И поэтому, когда <laughs> Адвайта Чарик читал класс Бхагавата, никто не приходил. <laughs> ну что там, 13-й <laughs> Кому какая слава в этом? <laughs> это слабость, это смирение. Быть незаметным, да? <laughs> никто не хочет быть незаметным. Все хотят быть значимыми людьми, благочестивыми и так далее. Вот. И тогда он стал просить переходить ты сам, чтобы людей освободить вот от этой благочестивой привязанности. И это еще труднее оказалось. Видите, грешники еще понимают, что они грешники, но попробуйте доказать, что благочестивый человек грешник. что что имперсоналисты, не трансценденталисты, вы не можете им доказать, они знают абсолютную истину. В чем же их как бы атеизм? Вопрос очень сложный, видите такова мая. Поэтому благочестивая деятельность, греховная деятельность, говорится, одно и то же. Одно и то же, та же самая зависимость Майи. Угу. Итак, как же вырваться из сети кармической деятельности, спрашивает причина Бархишат на Радамуни. Это определенная ступень познания, о которой говорится в первом стихе Веданта Сутры Атхата Брама Джигеса Вот, это вопрос. Атхата Брама Джигеса Первая ступень. Должен быть вопрос, что такое абсолютная истина. Должен быть вопрос. С людьми, у которых нет такого вопроса, невозможно обсуждать эту тему. Вы не сможете. Тот, кто больше не питает никаких иллюзий относительно карма банта панцы, задает вопросы, задается вопросом об истинном смысле жизни. Поиски ответа на этот вопрос называются Брама Джигьяса, то есть интерес Браману, духовному джигьяса – это интерес, пробуждается интерес. Человеку, который стремится узнать о высшей цели жизни, Веды Мундакова Панишат 11.2.12 рекомендует ТАТ ЛИГЕНАРТХАМ САГУРУМ ЭВАПХИГАЧЕТ Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо найти истинного духовного учителя. Здесь слово ЭВАПХИГАЧЕТ означает «необходимо абсолютно». Не просто какое-то пожелание, а необходимость. Если у человека есть интерес к абсолютной истине, возникает необходимость духовному учителю. Если мы хотим обрести какие-то знания и получить профессию доктора, там, не знаю, кого угодно, или стать ученым, то необходимо войти в процесс образования. Это не просто пожелание, это необходимость. Без этого невозможно обрести какую-то научную степень или понимание научное, склад ума научный, это формируется при помощи специального образования. Долгое время причем. Само, с умом работают первые 25 лет, прежде чем человека впустить в жизнь уже самостоятельно. 25 лет образования. Ну, если считать с рождения, это тоже образование, конечно. Это все работа с умом. И этого еще недостаточно. Еще 25 лет после этого человек должен работать практически, применять это умонастроение, это образование в практике. И это еще не все. Еще 25 лет он должен быть в отречении и проанализировать свою прошлую жизнь. И только в конце он достигнет свободы и бесстрашия. Его ум освободится. Брамачаряшем, Грихасхашем, Ванапрастхашем, Саньясашем. То есть целая жизнь требуется, видите, чтобы ум освободить. Ну, в лучшем случае, но в других случаях требуется не одна жизнь, конечно же, мы знаем об этом. Бывает, что это. затягивается процесс. И чистое преданное служение означает, что нам не дают покоя наставления духовного учителя, чтобы не затягивать вот, путь к этой цели. Для этого необходим духовный учитель. Что можно запутаться в своей деятельности и в сознании Кришны тоже. Как царь Парачина Бархижат. Она не заметила, как он стал заниматься кармической деятельностью. В поисках Бога уже в другом совсем месте. Зачем искать золото, где его нет? Но так бывает. А вдруг есть? Дай попробую, дай посмотрю. Беру лопату и копаю, 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 копаю. Нет, тут нужно образование, нужно знать, нужно найти точное место, где искать золото. Нужно. И так говорится: там не ищи, там не копай клад этот. Ни на севере, ни, ни на юге, ни на западе, не копай этого клада нет. Твое золото на востоке. Это различные направления путей: гьяны, вайраги, кармической деятельности, медитации имперсональной. Не занимайся этим. Не найдешь золото. Ищи на востоке, потому что золото это наследство от твоего отца. От отца должен получить это, то, что ты ищешь ценность. Бог, отец всех живых существ. Царь Прачина Бархишат нашел лучшего из духовных учителей народу Муни и спросил его, как можно вырваться из сетей карма Банха Банцы лучшего из духовных учителей народа Муни. Даже среди полубогов его считают мудрецом, поклоняются полубоги народа Муни. Очень сложно описать, кто такой народа Муни. Но есть баджан, Пропада поет, и очень проникновенно, я помню, мы тоже его как-то учили, но, но не получается так, как Пропада поет, я не слышал. Какая-то другая мелодия совсем, хотя вроде мы повторяем мелодию, но вот нарадмуни Баджаявида, ну там такой бажен красивейший удивительно почти никто не поет его <свы> и Нарадмуни и спросил его как можно вырваться из сетей карма банда панцик кармической деятельности и именно в этом заключается смысл человеческой жизни джвайся татва нартаяш чеха карма би. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам 1.2.10 сказано, что единственное, чем должен заниматься человек, это задавать вопросы истинному духовному учителю, чтобы он помог ему освободиться от пут карма бандха панцы. Гуру необходимо испытать. Для этого нужно иметь предварительно какое-то знание, либо непосредственно от этой личности можно получить, можно спросить самого духовного учителя, а кто такой духовный учитель? Хороший вопрос. Пропаду спрашивали, а кто такой духовный учитель? Что это такое? Он рассказывал, кто такой духовный учитель. Приводил шастры, основания, то есть он давал своим будущим ученикам вот это предварительное знание для их ориентации, что выбор должен быть осознанный, более-менее осознанный. Уровень, конечно, увидеть гуру сложно, духовный. Но дело в том, что гуру он входит в непосредственное общение с учеником. Он не находится на большом расстоянии. Он является, как бы, да, в среду учеников. Подоявился а сам туда вот в то место в Манхеттене там на той авеню и то магазинчики, он явился к этим людям и непосредственно общался с ними. То есть вот это непосредственное общение, по этому непосредственному общению можем распознавать, имея некую предварительную подготовку. Кто такой духовный учитель? Также эта тема интересовала очень сильно Битлз, и целая большая беседа была записана с пропадой на эту тему. Их тоже интересовало, кто же истинный комментатор Бхагавадгиты, кто же гуру, кто же он такой. Пропад этому посвятил теперь его много времени, объясняя, чтобы люди могли сами сориентироваться самостоятельно. И по этим признакам уже доступным в общении сделать выбор. Это мой духовный учитель. И затем он испытывается по этим вот критериям, ученик испытывает духовного учителя, задавая именно вопросы разного качества. И с Прупада было много всяких интересных историй, потому что его испытывали многие и на Западе, и в Индии тоже слушали его. Многие слушали критически про и не доверяли, но постепенно все они изменили свое мнение. Постепенно. То есть это испытание было успешным. Некоторые ученики, испытывая гуру, разочаровались в нем. Есть такие примеры. Как один из примеров, описанный про упаду, есть неописанные еще примеры. Когда Брамачари его, он, он делал в пропаде личное служение и массаж головы, в это время американцы полетели на Луну. И была трансляция прямая с Луны. Они уже там, они высадились, они там уже прыгали вот так вот, в этих скафандрах, уже исследовали поверхность Луны. И была трансляция, и Пропада в это время сидел на массаже спиной к телевизору. А там был спереди, значит, делал массаж как бы Прупады и смотрел в телевизор. Пропада, Пропада. А они на Луне, они высадились, смотрите. Прупада не, не оборачиваясь спросила, что там на Луне? Там много растительности, там что, да не, не, Прабхупад, там просто камни, там ничего нет, там пустыня какая-то. Никакой признаков жизни. Это не луна, пропада. И он почувствовал, как пальцы что-то мы в Энтузиазм его стал гаснуть тут же. Позже он пропал, сказал, как он мог. Ладно, он может не поверить мне, но почему он не верит шастрам? Она описана в шастрах. Но мне не поверил. Потом вот с ним как-то шутил. Там был пожар на кухне у них. Там был ему на Дэви, вот Парушет, он тоже там был. И там масло загорелось. Это копоть, знаете, была. Ну, пожар, масло загорелось, знаете, это катаклизм на кухне. Емуна ему закричал, и Парушот там пошел тушить пожар, и вышел весь в копоте, весь черный был. Вот. И кто-то явился из учеников. И, О, парашотом мы что с тобой? Что случилось? И Пропад сказал, это он на Луну собрался лететь. Это Парушот на Луну летал. Ну что это такое, такую шутку Парупада? И он так обиделся. Он я Брамачари, вы шутите обо мне, тут женщины, все. Он сказал про что истинный брамачарий должен лететь выше, чем на Луну. Но это не развеяло его иллюзию, он как бы отошел от движения. Это тоже было испытание гуру. С другой стороны, испытание ученика оказалось. Да, если гуру истины, нужно еще иметь квалификацию ученика, конечно. И предполагается, во всяком случае предполагается, что уже в момент инициации Ученик сделал окончательный выбор, серьезно, предполагает. Хотя на практике мы не видим, что это так, это тоже может у кого-то измениться, но это нехорошо, это, не, это опасно немножко. Этот момент очень неприятный будет в духовной жизни, пожизненно. Поэтому здесь нужно быть внимательным, серьезным, не слишком спешить, но и не затягивать этот процесс. В сомнениях жить нельзя долго, потому что... Это другая проблема. Сомневающийся никогда не примет, не сможет принять решение. Сомневающийся человек. Поэтому где-то нужно решиться, решиться, посвятить свою жизнь. Перед Богом это нужно решить, поймите. Потому что Он не обманет. Возможно, даже кто-то из гуру уходит, но Бог не обманет все равно искреннюю дурь все равно он найдет прибежище. Поэтому перед Богом нужно сделать этот выбор. Это решимость. И так ученики, они еще долго будут испытывать духовного учителя, потому что еще есть сомнения и есть много вопросов противоречивых, которые кажущихся и в философии, и в поведении вайшнавов. То есть много у нас есть, возникает проблем в голове. Поэтому не на все вопросы иногда гуру может ответить. Иногда ответ гуру разочаровывает ученика. Я думал, он его накажет, этого негодяя, а он его защитил. Это мой Гуру понимаете? Я сомневаюсь в нем. Как так можно? Как можно негодяев защищать вообще? духовных учителя нет таких понятий об учениках. Потому что негодяи все. Все родившиеся, имеются в виду люди, они с анартхами. Он не должен слишком различать, кто тут, кто тут трансцендентный, да, ну это вот Народому не трансцендентный, там Гуру Парампара вся такая великая. Да. Мы приходим с архитами с проблемой, что тут суть кого тут судить вообще? Пропадан однажды это выразил с юмором, когда его стали обвинять духовные братья, что же ты в Америке проповедуешь, так вот эти сокровища, да, кому ты даешь вообще этим людям западным без оценки, вот так вот всем. Задаешь инициации браманские. Женщинам там, в Америке, американкам, американцам. Он говорит, нет. Как нет? Мы слышали. У них имена, у них гайтри. А, нет, говорит, там нет мужчин и женщин, там одни животные. С юбором так говорю. Ученики, конечно же, не обижались. Смеялись. Смеялись. Потому что пропада любил всех. Если это ученики, то как? Естественно, что гуру будет доброжелатель своих учеников, даже если он на самом деле подлые вещи может делать иногда. Все равно в сердце гуру остается это духовное принятие его. Он может его и ругать и критиковать, и... но в сердце все равно он остается, эта связь. Как отец, он может быть недовольным своим ребенком, но все равно он не откажется от него. Это нужно понимать. Это все испытывается, и когда мы вот это испытание проходим до конца, уже до какого-то ну, серьезного духовного да, соприкосновения с гуру Парампара, с гуру Татвой, тогда возникает полное раскаяние, освобождение. Это значит полная вера в духовного учителя. Все, я понял. Что все, что гуру делал, он не делал для себя. Он делал это для нас вот тут наступает полное раскаяние. Если даже он в чем-то ошибался, как мы видели с нашей точки зрения, все равно он делает это для нас. Иногда гуру делает то, что он знает, что его будут критиковать и репутацию пострадает, но все равно делает, чтобы защитить движение или ученика какого-то. Так Кришна поступает. Он знает, что его будут критиковать за танцы расы. Думаете, не знает? Для него это новость, да? Он заранее знает, что если он станцует раз лиду, весь этот вот демонический мир, все эти критиканы, которые готовы ищут в нем недостатки, тоже ухватится за это. Вот, 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 вот. Видите, что он творит? Даже будут критиковать преданные, потому что он бросает гопи во Вриндаване. Он же их привязывает, он же их привязывает, понимаете? Для них это важнее их собственной жизни – и что же потом? Он их бросает, в два рука уезжает. Он знает, что и даже преданный будет его критиковать. И зачем же это все это делает? Чтобы увеличить эту привязанность и любовь убить. Мы должны понять, что же это за любовь такая к Богу. Кто же такой Бог? И что же это за знание, спускающееся об этой любви по ругуру Парампари? И как должен действовать носитель этого знания в этом мире, двойственности? Гите говорится, он не будет обращать внимания на успех и поражение, на критику и прославление. Вот такой человек пройдет этот путь. Но для этого нужно иметь связь с духовным учителем и следовать его наставлениям духовным. основанных на Бхагавадгите, на Шримад Бхагаватам, на Читании Чаритамите, на всех этих писаниях, на примере Ачарьев, все равно подкреплено и так наша вера будет постепенно больше и больше укрепляться. Не верьте двойственности никогда. Никто здесь ни плохой, ни хороший. Просто люди несчастны. Все. Все в чем-то несчастны. В этом мире. Каждый человек. И процесс сознания Кришны, он должен привести к большему счастью постепенно. Освобождать от этих страданий, от этих проблем, кармическая деятельность или прославление собственных. Конкуренция. Освободить человека нужно. Это непростая вещь. Правда, непростая вещь. Некоторые преданные принимают положение гуру, но думаете, все, все к этому полностью готовы? Нет, не всегда можно сказать, что мы полностью к этому готовы. Решить все проблемы? Нет. Мы не готовы все проблемы решить, но мы готовы поддерживать процесс садана бхакти, веру в правопаду, в святое имя. Уже в этом случае, видите, может человек получить полномочия и ответственность духовного учителя. Поэтому здесь такой момент интересный. И он основан, наше движение основано на сознании Кришны. Оно выживет только если у нас будет какое-то хотя бы сознание Кришны. В остальном мы увидим много все недостатки, которые есть везде. Оно основано только на сознании Кришны, ничего другого. этом говорится об этом. В этом мире, вот в этом во всем сверху до низу нет совершенных людей. Нет совершенных. совершенные на кунхи. здесь есть люди посвятившие себя этому пути посвятившие себя которые будут выполнять эту, эту роль при поддержке свыше и так далее то есть они будут стремиться и совершать это преданное служение но но главное преданное служение совершается там уже в освобожденном состоянии парам там с уровня Брамана только начинается преданность в жизни. Здесь мы должны пройти путь очищения и попытаться удовлетворить Гуру Парам, и Господа читанию. Все, что от нас требуется. Все это успех будет. Хорошо. Какие будут вопросы? Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вы на лекциях своих даете подробные наставления, как удовлетворить Гуру Парампару, Господа Читанию. И вопрос вот такого плана, достаточно ли будет живому существу, если проповедники его неосознанно займут в преданном служении? Ну, допустим

так преданные делают, когда уже ну, люди вообще ничего не понимают. Скажи орех, орех, орех. Они говорят, «Ну, давай орех, 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 орех. Народ ну, домоник таким прибегает уловкам. Говори мара, мара. Рама не говори, говори мара. Получается рама все равно. Да, мы тоже так проповедуем время от времени. Просад подбрасываем, опыт. Не говорим, что это просад, просто поешь. Для таких людей это рано сильно тому, что человек идет и находит, скажем, там 100 рублей валяется. Ну, откуда? Просто неоткуда. Некая такая маленькая удача. Для многих даже неосознанная эта удача. Поел просад, он даже не понял, что произошло но удача какая-то придет, как бревно плывущее по реке помните, бревно, бревно это живое, плывущее по реке эти жизни, у него есть шанс прибиться к берегу, верно? Нам не он по течению плывет. Также у каждого человека есть шанс встретить преданного или <свят> и чем больше преданных в мире, тем больше шансов получается у людей. шансы увеличиваются по мере развития искон. Mm -hmm. Хари Кришна, спасибо, дорогой Гуру Махараш, за лекцию. А вот вы сказали, что происходит подмена духовной практики, когда человек с желаниями. Ну, кармы следует, да, и он деградирует. Вы объяснили, что поклоняясь даже полубогам, в конце концов, материя его затягивает. Да? А как это происходит? Почему он вниз идет, а не вверх? Почему он не очищается? И еще вот в Бхагавадгите, да, в 3.10, Кришна говорит, что поклоняясь полубогам, совершая эту ягию, вы получите освобождение. То есть о каком освобождении идет речь, да? И, и почему все-таки это вниз, а не вверх? Спасибо. Почему так устроена материальная природа? Да, почему? Поклоняясь полубогам, таки есть а еще... Да, потому что увеличиваются материальные желания. Потому что увеличиваются материальное желание, Но знание не приобретает человек. Откуда у ученого человека, стремящегося к знанию, будет тяга к чувственным наслаждениям? И откуда у человека, стремящегося к чувственным наслаждениям, будет тяга к знаниям? Так говорится. Разные вещи, разные направления. Поэтому поклоняясь полубогам ради чувственных наслаждений, ради славы, ради богатства, ради райских планет, увеличиваются, укрепляются материальные желания, знания уходят. Невежество увеличивается, страсть увеличивается. И начинают поклоняться в страсти сильный мир из себя, потому что это еще быстрее можно получить материальную пользу. И они следуют законам, получают образование, там, вступают в эту вот сферу конкуренции, достигают при поклонении каким-то лидерам большим успеха, получают их поддержку. Затем эти материальные желания стать таким же. Вот какая проблема. Они между собой очень много конфликтов и уже нарушают законы. Законы не действуют. Уже там беззаконие развивается в их среде. Просто закон силы вступает. И тогда они прибегают к мистическим трюкам. Вне закона, вне контроля закона даже. Демоны обладают всеми этими мистическими силами тоже, да, В основном они поклоняются Господу Шиве, потому что там он связан с этими духами. Так устроена материальная природа. Харикашна Грумахраша. Спасибо за лекцию. А вы можете, пожалуйста, объяснить вот этот момент, что нужно смотреть вне позиции двойственности? Что, кажется, тогда не было бы и битвы на Курукшетре, или там было четкое разделение, что вот демонические личности и божественные, или как вот этот момент ну, понять практически? Кришна Арджуни говорит, что ты должен осознать свой долг передо мной. Вот о чем он говорит. Он не говорит о политике. Заметили, нет? Что Бхагавадгита не затрагивает политику. А Махабхарата, она описывает те политические события подробно. Подробно. Но суть в чем? Что когда наступает момент начала битвы, это уже кульминация, да, уже пик вот этой политики именно, что выход единственный – это сражение, это война, на то описываются причины, все развитие причин описывается в этом эпосе Махабхарата, да, произведении, вся история. Как сложилась эта мировая братоубийственная война. Но когда Арджуна, великий преданный, преданный, не политик, не только политик, он к конечно, политик, но он еще великий преданный, вдруг видит этот факт перед глазами, что, что сейчас будет, он уже привидит, что сейчас будет, он забывает о политике, вот в чем дело он начинает говорить о сострадании. Зачем мы это делаем? Он начинает приводить аргументы. И тогда уже Кришна, что интересно, не напоминает ему о политике. Он говорит, это потому, что Друпади оскорбили, потому что вас хотели сжечь, это потому, что они такие, это а дрестраш такое, дрет вот она так, он это не говорит, смотрите, он ничего это не говорит. Потому что Арджуна уже сказал, ну да, они плохие, но мы не должны быть такими же плохими. Он уже сказал это, уже привел этот аргумент, уже отмел этот аргумент. Он забыл о политике, он готов простить все и уйти оттуда. И только тогда Кришна сказал свою волю об этом, о чем Арджуна забыл. Вот это Бхагавадгита. То есть нужно знать дхарму, нужно знать волю Бога для того, чтобы вступать в такие отношения. Но не просто понимать политику. Если же это основано на событиях, только на политических действиях, там нет решения духовного. Это не наша работа. Наша работа проповедует сознание. Угу. Хари Кришна Гурамхарач, скажите, пожалуйста, можно ли на нашем уровне освободиться от страха за свою репутацию и как мне э, разрушить стену невежества, которая отдаляет, заслоняет от меня Кришну и чистое святое имя? Нет, 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 нет. На нашем уровне мы не должны быть свободны от страха потерять репутацию, иначе, иначе мы не, не будем выполнять свои обязанности, хорошо? Это в невежестве будет. Неверно. Это есть трансцендентный уровень, есть невежество. Репутация – это самое главное, от чего зависит успех нашего движения и наша личная духовная жизнь. Если у проповедника плохая репутация, его никто слушать не будет. Не будьте как бы искусственными трансценденталистами. Мы должны всегда учитывать то общество, в котором мы живем, его культуру, его менталитет. Почему? Репутация зависит от этого нашего поведения. Люди могут не понимать, что мы делаем вообще. Нужно учитывать. Если вы проедете по России, Дальний Восток, Сибирь, Урал, центральная часть России, вы увидите, что культуры отличаются, и в разных регионах вы должны учитывать, когда вы общаетесь с преданными. Иначе они вас не поймут просто. Или будут критиковать. А зачем освободиться? Это же защищает твою репутацию страха. Зачем освободиться? Я только что тебе объяснил. Что? Когда ты на, на трансцендентном уровне, тогда я пойму, о чем ты говоришь. Сейчас ты должна следовать культуре и моральным принципам тоже. Не имитировать трансцендентный уровень. Это называется своими людьми пофигизм. Они все равно что вы мне думают. Это Тамас. Я делаю как живу, я такой, и мне все равно, какие будут последствия. Это Тамас, простите меня. Мы еще не достигли уровня трансцендентного, чтобы так мыслить. Поэтому вот этот семинар о гонах материальной природы, знаете, с чего начался? Шана Махарадж спросил всю нашу аудиторию. Мы трансцендентны? И все сказали хором, да, мы трансцендентны. И он нам дал семинар по гунам материальной чтобы доказать, что мы не трансцендентны, мы должны учитывать гуны материальной природы, Изучайте гуны материальной природы после Бхагавадгиты, после 16, и 7, после 14, после 13 главы, когда уже все закончено, даже философская часть. Гуна материальной природы считается последним важным словом. Преданные думают, что они знают эту главу. Посмотрите на их лица. Гуны, да это... Я хочу танцевать с Кришной. Я хочу уже быть выше репутации, выше всего на свете. Там я хочу уже быть на Вайкунхе. Мы еще не трансцендентны. А если мы не трансцендентны, другой вопрос, в какой гуне мы находимся? Это вопрос лично каждому сам себе задает. Это не мой вопрос. Это то, что должен спросить себя сам. В какой я гуне нахожусь? И для разных гун есть разные как бы, ну, предписания. Ты говоришь об уровне уттаматикари сейчас. Берешь ломик хороший, топор, ну все инструменты и работаешь. Так, еще вопросы. Хари Кришна Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо огромное за все ваши лекции. У меня вопрос по поводу по вчерашней лекции, точнее по ответу, который вы дали на один из вопросов преданных. Отвечая, вы сказали, что Прабхупада любил, когда Кришну изображали реалистично. И добавили, ну, об этом я уже слышала, и вы добавили, что он не любил, когда Кришну изображали декоративно. И у меня вот такой вопрос, а как же по поводу стиля, в котором, который тоже очень высокохудожественный, грамотный по цветовому, композиционному решению, по колориту, но там идет стилизация изображения, то есть нереалистичное, оно ближе к декоративному, но оно тоже как бы достойно места в Лувре, но нереалистичное. Вот Uh, Надо этот посмотреть. Стиль. Надо посмотреть, о чем ты говоришь. Надо увидеть. Но это наподобие египетских фресок или, например, стиль Гогена, постимпрессионистический стиль. Надо посмотреть, увидим. Покажешь? Хорошо. Но такого стиля вы не увидите в книгах про упады, верно же? Но есть стиль в Индии очень распространенный, как говорится. В Индии есть, да. Да. То есть он его не принимал, да? Пропада хотел, чтобы реалистично. Mm -hmm. Реалистично. Ну, он вот специально ходил в Лувр, смотрел. Он сказал, что вот реалистично. Как это классики делают, что касается Кришны. Mm -hmm. Но преданные, поскольку не все же владеют таким мастерством, они как могут, так и изображают. Mm -hmm. Дети тоже рисуют Кришну с таким носом, там, и глаза у него. Кришна им нравится. Это можно понять, можно понять. Но Кришну нужно понимать реалистично, он хотел, чтобы мы реалистично понимали, что это личность Бога. Не условно как-то, не как-то еще. Потому что декоративный стиль, он уже более-менее персональный становится, условный. Он тоже имеет место где-то какое-то. Быть это тоже искусство. Прабхата хотел, чтобы мир увидел Кришну настоящего, реалистичного. Понимаете, да? Не то, что он запрещал это делать, но он хотел, чтобы увидели его реалистично. Дорогой Гурадев, вы сегодня упомянули Дритараштру, который продолжал строить козни пандавам, оправдывая себя словами. Я тоже действую по воле Кришны. Могли бы вы, пожалуйста, раскрыть эту тему для того, чтобы увеличить свои шансы, наши шансы уберечь себя от подобного мировоззрения? Это мировоззрение есть у всех нас. Все мы чем-то занимаемся, все каждый из нас, и все мы знаем, что это мы делаем в сознании Кришны. Все убеждены, что мы, тем не менее, в сознании Кришны. Это тоже правильно, что ты сказал. Знаем мы об этом и не знаем, все мы преданные. Все равно мы волю Бога исполняем. Одна лишь только разница, когда Иисус сказал своим ученикам, что один из вас предаст меня, и это случится по воле Бога. Все удивились и, в конце концов, задали вопрос, учитель, если это по воле Бога, то кого видеть тогда? Почему говорит, что предатель тогда, или кого-то называют предателем, кого-то еще чем-то, то есть это воля Бога. В этом был вопрос. Он говорит, да, он сделает это по воле Бога, но горе тому, кто это сделает. В этом только разница. В этом разница. Если мы делаем плохие вещи, это тоже санкция свыше дается нам. Тоже по воле Бога. Прийти в нужное место и сделать пакость одному человеку, скажем. Позволяется? По воле Бога. Но мы ответственны за это. Поэтому говорится, это, конечно, работа, уж есть семья, это все тоже воля Бога, да, все правильно, все. Так Бог устроил, все верно, что есть семья, что есть работа, что все должны размножаться там и так далее, жениться и работать потом. Но горе тому, кто это будет делать. На другом месте, это апостол Павел говорит своим ученикам, не женитесь. Он говорит, почему? Все же женятся. Это же божественный уклад, все от Бога. Ну просто, говорит, вы женитесь, потому что же будете страдать, а мне вас жалко. Ну, такие, видите, точки зрения бывают, разные точки зрения бывают. Как же решить все эти вот точки зрения, о чем, да, к чему они сводятся, конечно, к чистому любовному преданному служению. Это решение всех остальных вопросов. Всех остальных вопросов. И оказывается, что чистое преданное служение можно совершать в любом вкладе жизни. Потому что это все воля Бога, тоже божественно может быть, оказывается. Если там есть чистое преднаслужение тогда вы не будете страдать. Вы будете уже учиться. Это уже не страдания, что испытывают обычные люди. Вы будете возвышаться в этих трудностях, да, вы будете возвышаться, вы не будете деградировать, озлобляться, конфликтовать враждовать, убивать, вы не будете этого делать. Вы очиститесь. Чистое преданство ⁇ решение всех проблем. Что такое чистое преданство? Материальными глазами, это какой ашрам? Брамачари ашрам или Грихасская ашрам или саньяса ашрам, что это такое? Где оно? В каком ашраме? Оно вне ашрамов? Может в какой-то варне? Нет. Вот оно, решение всех проблем. Ни кшатри, ни браман, ни ваши, ни шудра, ни, ни брамачари, ни греха, ни напрасницы. Кто я? Я слуга Бога. Вот оно, решение вопроса. Сознание Кришны. Все, что нужно. Ничто не страдает, никто не страдает. Все остается на месте. Сознание возвышается. Это решение проблем. Поэтому повторение Хари Кришна мантры – это решение всех проблем. Если к этому серьезно отнестись. Если к этому серьезно отнестись. Человек может получить большие богатства, допустим, но если он несерьезно к этому относится, он не умеет обращаться с такими деньгами, он просто где-то закопает и будет сторожить. Даже имея такой потенциал, он может им не воспользоваться, видите, если он несерьезен. Не учится, не знает, как с деньгами обращаться. Но если он вдруг получает такое наследство и серьезно к этому относится, начинает учиться, готовиться да, к тому, чтобы умножить богатство или использовать их правильным образом. Все получится. Потому что богатство-то есть, мантра-то есть у нас. Если мы серьезны, все получится. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. А, что значит, Господь Чайтанья не принимает здесь никаких оскорблений? Что означает, что Он здесь не принимает, в этом месте? В другом месте примет, там. не беспокойся об этом. Но есть же какая-то милость хоть в одном месте, мы можем себя почувствовать нормально, но Господь читает, дает нам эту возможность, потому что у нас в природе есть эти недостатки, есть критика, но в уме есть, мы носим себе это с рождения. Но вот Он нам дает эту возможность почувствовать себя духовными, даже в таком состоянии, в Майя Если вы счастливы, вы должны понять, о чем я говорю, если вы счастливы в Майя Пуре, Здесь нравится, хорошо себя чувствуете, Скажите, пожалуйста, а как лучше проповедовать формулу мира? Могли бы вы немного развернуть этот момент? Развернуть, в какую сторону его нужно? Ну, поподробнее сказать, что имеется в виду, когда проповедовать формулу мира, на что делать акценты. Формула мира а – это осознание Бога. Так прямо я говорю. А что тут скрываешь? Или ты хочешь так развернуть, чтобы никто ничего не понял. Что понятно, сразу говоря это сознание Бога, формула мира. Бог один. На этом ста как бы держись. Не сходи с этого пятистала. Если о, о, о формуле мира говорить, говоря о Боге. Как раз такой момент, когда нужно сказать это слово. Формула мира это осознание Бога. Если Бог один, то не будет вражды. Один для всех. Если он в сердце каждого, если он равно ко всем относится, если он владелец всего и вся, если именно он принимает, оценивает все, что делает человек, наступает мир. Автоматически. Это сознание Кришны. Это просто сознание Бога. Да, прямо этот стих из пятой главы Бхагавадгиты. Объясняю. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, спасибо большое. Сегодня у нас какая-то программа у Самадхи верно? Там Джапа сейчас. А потом что будет? Потом киртан. До обеда, да? Обед. Обед. Угу. Хорошо. Все пойдете туда? Нет? На киртан кто-то пойдет? Я хочу сходить туда на киртан. Да. Всем спасибо.